Всем привет! Я включила специально видео сейчас с утра. Вот сходила в душ, высушила волосы, сделала пилинг себе, все на свете. И специально для вас одела однотонную футболку, чтобы вас ничего не отвлекало, пока вы меня разглядываете. Вот кто меня давно знает, тот знает, что я просто так даже кнопочку на телефоне не нажимаю, чтобы позвонить. Когда я нажимаю, значит, за этим действием что-то важное. А если я с утра, а сейчас знаете сколько? 9 часов. 9 часов 19 минут. А я сплю до 12. Меня даже никто не тревожит. Если я с утра включила видео, значит, это что-то значит. А значит, это одно, что я с утра решила почитать книгу, которую мне вчера прислали про Химахим. Это лидирующий продукт в компании Atomy, интернет-магазин, который я сейчас имею. Я уже насмотрелась столько отзывов про него, что он великолепный и волшебный. А сейчас мне прислали еще электронную книгу, которая собрала в себя очень много важных, концентрированной важной информации. Как и сам сок Нони, он концентрированный, так и эта книга. И я вот начала читать, и там, значит, сначала идет вступление, потом рассказывает создатель вот этот компании об этом великолепном, уникальном продукте, помогающем сделать человеку себя здоровым, независимо от каких болезней. И следующая глава, там высказывания врачей и медиков. Я очень люблю информацию, которая обосновывается какими-то фактами. И так как я раньше изучала, и я люблю систему эту, которая описывается, 5 цветов питания, 5 цветов, это значит желто-оранжевый, красные все оттенки, зеленые все оттенки, черно-синий и белый. И вот логика этой системы сама по себе говорит, что каждый день человек должен съедать по норме каждого цвета овощей и фруктов. А норма у каждого своя – это горсть. Вот горсть у меня одна, у кого-то будет большая, у ребенка будет маленькая горсть. И вот каждый день нужно съедать по одной горсти каждого цвета любых овощей и фруктов. То есть это вот желтый, это значит, что апельсинчик. Ну, что хотите. Белый – это банан, красный – это помидор, вишня, клубника, давайте перечислять, там малина и так далее. И еще каждый день меняйте, потому что красный оттенок бывает тоже разный. И на разные фитонутриенты в составе, которые воздействуют благоприятно на организм. Зеленый, значит, и белый, да, белый – это редька, ну, сами, груша и так далее. Вот эта система мне очень нравится. Дальше я, когда изучала параллельно, я еще переписывалась с профессором с Владивостока, который создал такую диагностику организма, Академия Пульса. На
по пульсу определять, делать диагностику, что человека беспокоит, на что нужно обратить внимание. И вот там он описывал, что есть такая система движения взаимосвязи заболеваний. И звездочкой показаны стрелочки, от чего к чему идет. То есть зрение, вот у меня зрение, это нарушение пищеварения. Представляете? А там ничего не болит и не беспокоит. Вот потому что стрелочка идет от пищеварения к зрению. То есть, чтобы выправить зрение, нужно выправлять пищеварение и так далее. И почему мы когда с ним переписывались, я ему написала, что как интересно, у вас в звездочке обозначены цвета: синий, красный, желтый, зеленый. Я говорю, я изучаю эту технику. Он говорит, да, это рядом. Он говорит, тоже так интересно. В общем, общались. Вот. И сейчас я вижу информацию о химохимии в этом же. В общем, я вам прочитаю. Движение энергии она описывает. Энергии. И там вот стрелочки, да, взаимосвязь. Как одно плохое самочувствие приводит к другому и так далее. А в организме сколько-то там тысяч реакций, да? Сегодня думала про витамин С. Вот про витамин С, где он у меня? Что вот в этом? Прибралась, ничего не найду. Вот витамин С Атоми, да? Суточная норма. Ну, здесь пстик в день надо пить. 500 миллиграмм это ни о чем. Для меня вообще ни о чем. Я изучаю витамины давно. То есть 500 это ни о чем. Минимум 2 грамма. А здесь 0,5. Минимум 2 грамма. Но это потом. В общем, я вам хотела про книгу прочитать, про энергию. Посмотрите, как интересно описывается воздействие химохима. Не отвлекайтесь, слушайте текст. Потому что кто не любит читать, может, кто-то любит слушать. Ну вот, и можете смотреть вот на этот цветочек. Вот. Самое главное в вашей задаче с этого видео – получить информацию и понять. Химохим создан по всем канонам восточной медицины, поэтому его применение оказывает гармонизирующее энергетическое воздействие на течение энергии ЦИ в нашем теле. Попытаюсь объяснить на примере закона созидания 5 первоэлементов универсальность оздоровления этим чудесным продуктом. Композиция лечебных трав, входящих в химохим: дудник гигантский, бороздоплодник и пион уклоняющийся, повышают энергию в канале ветра, то есть печени и желчного пузыря. Активируются все многообразные функции нашей биохимической лаборатории. Обмен веществ, кроветворная, гормональная, детоксикация и т.д. Ветер по закону созидания повышает тепло сердца и тонкого кишечника, нормализует артериальное давление, укрепляет мышцу сердца и сосуды, улучшает пищеварение в тонком кишечнике. Пиковая энергия тепла, жар, контролирует нервную и
эндокринную систему. Соответственно, идет восстановление работы головного и спинного мозга и желез внутренней секреции. Тепло повышает влажность поджелудочной железы и селезенки. Нормализуется выработка ферментов и гормонов, снижается сахар крови, обновляется кровь, активируется лимфодренаж. Влажность созидает сухость легких и толстого кишечника. Улучшаются процессы дыхания и газообмена. Обогащение крови кислородом, активируется выведение отходов из организма, лучше начинает работать иммунитет. Сухость созидает холод. Тепло, влажность, сухость, холод. Сухость созидает холод почек, хранители жизненной энергии ЦИ. Начинают лучше работать надпочечники, появляется бодрость и прилив сил. Нормализуется гормональный фон, повышается либидо у женщин и потенция у мужчин. Укрепляются кости и суставы. Я вам рекомендую эту часть всю записать себе. Ну, дальше пишется, что за 4 года наблюдения применения химохимом накопилось много отзывов. Я не про это. Я про то, чтобы вы услышали информацию и начинали в ней разбираться. Только про это. Потому что я вот рано утром выделила себе для этого время. И вот маленькую часть из той электронной книги об этом продукте я вам прочитала. Там еще много-много-много информации. Но это очень важно. Очень важно. Всем я желаю всего доброго, всего хорошего и хорошего дня.